Клуб с Полским. Сегодня у нас будет обзор одного из стартовых наборов игры Малифо. Вид миниатюры. Это фракция Neverborn, Ведьма Зарайда. Естественно, как и в каждой коробке, мы увидим набор карточек. Это, например, самой ведьмы. Это силурейды, все, которые идут с ним. А это Бэд Джуджу Марголин. Теперь мы посмотрим на сами модели, которые идут в наборе. Здесь мы можем увидеть три силуэта, которые имеют разные позы. У них достаточно разные крепления, то есть мы видим, что есть крепление под хвост, разные руки. У некоторых они отлиты вот таким вот образом, головы прямо на самом леднике модели. Есть еще третий, то есть мы видим здесь, в общем-то, абсолютно разные, хотя и очень похожие модели. Вот каждый из них можем увидеть достаточно просто сделан хвост, руки, которые идут каждый из них. Есть, если нету головы на самой модели, то она есть, таким вот образом крепится. Детализация очень хорошая, каких-либо недостатков у самой модели нету. Единственное, что кому-то нравится такая стилистика, кому-то нет, но это уже более индивидуально. Очень хорошие три модели. Сейчас посмотрим, что еще есть в данном наборе. Здесь мы можем увидеть саму ведьму. Здесь Зарайда. Она идет как бы полуобнаженная. Нету, есть отдельно к ней закрепляются руки. То есть мы можем увидеть, вот так закрепляется одна. Она держит вот такую вот иглу. И вторая рука с куклой. Кстати, хочется отдельно отметить по поводу куклы. С ней также идет вот такой вот литник с куклами, которые просто крепятся на ее подставку. Они более являются как бы декоративными, но тем не менее они идут в самом наборе. Как легко заметить, это очень высокодетализированная модель. Здесь видны и черты лица во всех мелочах. Здесь видим сама текстура ткани, или же это будет мех. Это очень хорошая и красивая модель. Конечно, как и все модели подобного типа, она предполагает, что она и станет еще красивее после того, как ее подчеркнуть за счет окрашивания. Теперь же можно сравнить. Последние компоненты данного набора это идет вот такой вот большой голем болотный. Вот мы можем увидеть размер человека, размер этого голема, насколько больше эта модель. Сама модель голема сделана из нескольких деталей. То есть это вот то, что мы видим телом. Так вот отлитая голова, рука и еще кисть на вторую руку. Таким вот образом. Всем тем, кто когда-либо говорил, что модели VIR не отличаются от детализированности, я очень рекомендую посмотреть на модели вот такие, как данные. Очень высокая детализация, множество текстур, множество, вот здесь мы видим и череп, и волосы, и дерево, и болотные растения, тина, все возможное, что может быть и очень красиво компоновано, что возможно вообще быть на болоте, данной модели представлено. То есть мы видим немножко причудливые изогнутые ветки, которые растут прямо из самой модели. Их можно уже распрямить и придать вид, как вы хотите. То же самое можно сказать о детализации самой модели, то есть головы ее. Мы видим вот такой вот забавный амулет, который она носит. Саму руку. То есть детализация данной модели не страдает ни на одном из своих уровней. То есть ни в одной детали она не уступает другой. Это очень цельный стартер. Все модели очень хорошо подходят по стилистике. Как мы видим, детализация чрезвычайно высокая. По игре также можно сказать, что Зарайда одна из
самых известных и хорошо используемых лидеров в игре Малифо. Поэтому тут, если вам действительно нравится вот подобная эстетика данной игры, ее сеттинг, как вы себе представляете данный мир, то данные стартеры просто нельзя не рекомендовать. Это действительно очень хороший стартер с очень красивыми и качественными моделями. С вами был клуб Spellscape. Оставайтесь с нами, смотрите наши следующие видеообзоры.